добренько. Всем добренько. Можешь устроить познакомиться, или можешь так с ней познакомиться, если хочешь. Мадемуазель, вы мне очень понравились. Вы, безусловно, красивы. Я хотел бы пригласить вас на приятный вечер, если вы не... Если вы согласитесь, то я был бы крайне рад. Oh my. Куда бы я пригласил? Ну, в свою компанию бы пригласил, Мармыш. Может, там посидеть было бы. Достаточно хорошее, приятное место, чтобы с девушкой посидеть. Твоя компания – это ресторан, сеть ресторанов, так называется. Очень приятные. Они такие недорогие по деньгам, и они не такие, чтобы там белые скатерти были и официанты во фраках. Ну, такие вот, как бы, очень такая дружественная, приятная атмосфера, хорошая легкая музыка, как в уголочке, где тебя никто не будет видеть, никто напрягать не будет, там все так расставлено, что... Все сидят, так скажем, там такие стенки из книжек, то есть там типа полки такие, там книжки всякие лежат. Хорошая кухня там достаточно вкусная. Можно разные виды кухни заказать, то есть всякие там лазанья, пицца, роллы. Там есть, допустим, день там итальянской еды бывает, там, допустим, в паста. Ну, паста там и так всегда имеется. Вот, в принципе, алкогольные напитки там тоже присутствуют. Поэтому какое-нибудь там пиво, вино, тоже можно все это заказать. Там сеть мягких ресторанов она еще называется. То есть и там выйдет сайт этого ресторана. Там можно, в принципе, еду на дом даже заказывать. Я иногда заказываю просто у них на дом еду. Бывало, роллы заказываю, иногда заказываю пиццу, там мне, в принципе, нравится, как готовят в нашем местном месте. Вот, роллы заказываю, пиццу заказываю. Бывало, роллы заказываю, иногда заказываю пиццу, там мне, в принципе, нравится, как готовят в нашем местном месте. Вот, роллы заказываю, пиццу заказываю. Хождение с девочками по ресторанам, ну так... Не знаю, если я брать меня, то это бывает достаточно редко. Поэтому я могу, в принципе, пригласить девушку в ресторан. Почему нет? О, нету смысла, потому что ты должен узнать человека. Ну вот пригласил ты ее в кино. И что? Как ты поймешь, что она тебе подходит или не подходит? Сходитесь вы взглядами или не сходитесь? Кино ты же не будешь с ней разговаривать? Не будешь. Ну что? Поэтому желательно на первое свидание приглашать в какое-то место, где вы можете пообщаться, узнать друг друга. Вот, а на второе уже можно в кино, например, сходить. Ну или можно совместно сделать, то есть сначала посидеть в ресторане, там часика два, потом пойти на вечерний киносеанс. Допустим, я так делал, вот. Достаточно неплохо получилось. Вот. В принципе, тогда у меня вообще галант был и... Никакого плана того, что у меня какая-то старая машина, никто не говорил. У меня машина Галан выглядела очень хорошо, девушке понравилось. То есть у нас наоборот, скажем, блин, какая чистенькая, аккуратная, приятная машина. Потому что Галан я всегда содержал в очень хорошем состоянии визуальном. Определенно интересно. Может, там вообще какая-нибудь, которая там... Любит какие-нибудь ночные клубы, я не знаю. А ты интроверт, домосед. Ну и что вы с ней будете делать? Она по ночным клубам мотаться будет, блядь. А ты дома будет еще сидеть, ждать или что? Ну вот ее пригласят друзья. А ты будешь дома сидеть. Потому что если ты с ней пойдешь, ты будешь выглядеть, чувствовать себя не в своей тарелке. Там будут все, блядь, веселиться, бухать, а ты будешь сидеть и смотреть на это все, да? И потом ей же твои подруги скажут, что-то он у тебя какой-то, блядь, молчун, блядь, и хуй пойми, какого ты мужика себе нашла. Или сидеть, общаться, вот как я вот хочу, типа, сидеть, общаться, читать чат. Ну, сейчас будет она сидеть, читать чат. Очень ей это надо, прям.
сидеть, читать чат, блядь, смотреть какие-то там фильмы, какого-то там Терминатора, ну или даже там какие-то там... Мне нравятся скромные девушки, по общению достаточно скромные, то есть которые, если бы согласитесь, то я был бы крайне рад. И что, мамка нужна, что ли? Когда девушка сильно старше мужчины, она принимает на себя роль матери. Она начинает ухаживать за ним и прочее, выполнять определенные функции, потому что у нее имеется, у каждой женщины есть материнский инстинкт, так называемый. Вот. И есть такое в отношениях, когда жена принимает на себя роль матери. Но только проблема в том, что ни один адекватный мужчина не будет спать со своей матерью. Насчет тусить, мне вообще не хочется тусить. То есть я, например, в шумной компании не переношу вообще. И я всегда чувствовал в таких компаниях себя не в своей тарелке. То есть мне никогда не нравилось времяпрепровождение в подобных местах. Когда мне захочется чего-то разнообразить, мне хочется разнообразить, мне хочется ходить там по заброшкам. Но девушке, может быть, это не нравится, поэтому это я понимаю. Вот, я не ищу ту, которой будет это нравиться. А вот, например, путешествовать по разным городам, покататься, по музеям каким-то походить, поинтересоваться. Просто по городу не новому, не обязательно даже это будет какой-то там... Еще куча разных темпераметров. У меня такой темперамент, который у меня есть. Я люблю тишину, спокойствие. Не люблю шумных мест, не люблю шумных компаний. И никогда не любил. И точно так же есть девушки всех этих типов темпераментов. Поэтому, если бы согласитесь, то я был бы крайне рад.